привет, это я снимаю объясняющее видео для тех, кто не понял, что такое автоворонка. Подробно на схеме я покажу, как это работает. Воронка продаж, да, как происходит, например, в обычной жизни, да, вы когда видите магазин, рекламу, там, витрину, вы заходите, там, из 100 человек, кто видит, заходит 80 человек, и там, проходят по магазину, примеряют, берут какую-то вещь 50, идут на примерку 30, и только на покупку идет там 10 или 1 человек. Также происходит, например, у тех, кто, например, на сайт заходит, да, у кого обычный бизнес, который покупает в интернете, да, заходит на сайт, какая-то реклама, он смотрит сайт, если ему что-то нравится, кидает в корзину, и только там какая-то часть проходит на покупку. Что же происходит для тех, кто, например, работает в интернете онлайн, не для сетевиков, да? То есть вообще это как обычно бывает, но как сделать так, чтобы у вас было больше продаж и больше покупок. Также здесь один из элементов – трафик. Без рекламы, без трафика у вас люди не будут приходить. Откуда им знать о вас и как вам приходить, если не будет этого элемента? Дальше вы должны ему дать что-то бесплатное – это лид, магнит. В этом случае могут быть ваши посты, прямые эфиры, какие-то видюшки, еще что-то. Да? Основной продукт – это вот что основное вы хотите продавать. Это что-то более дорогое, либо ваша регистрация в команду, либо еще что-то. Есть апселл, когда вы продаете дороже, есть кросс, когда вы даете какие-то плюшки к этому основному продукту, и даунсел, когда вы продаете дешевле. Что из себя представляет наша автоворонка, и почему это автоворонка, и почему это работает на автомате, да? Смотрите, у вас есть первый этап трафик, реклама, да? Вы запускаете рекламу, человек вам приходит либо на WhatsApp, либо на ваш какой-то лендинг, сайт, да, и ознакомится с вашей информацией. И есть у него два пути. Либо он становится вашим партнером, регистрируется в вашу команду, это является своего рода и апселлом, вы продали что-то дорогой, основной продукт, и кросс-селл, вы к этому, получается, к регистрации в вашей команде дает еще к нему плюс автоворонки, метод, по которому он без списка, без встреч, без звонков делает регистрацию в свою команду. Вы здесь заработали, здесь он получает и автоворонку, и команду, и наставника, все вместе, да? Либо он говорит, нет, я не хочу к вам регистрироваться в команду, просто покупаю автоворонку, просто покупает курс. Вы здесь тоже зарабатываете. В этом случае два плюса вы зарабатываете. Эти заработанные деньги вы опять запускаете на рекламу. Чем больше денег вы запускаете на рекламу, тем больше людей приходит вам. Чем больше людей приходит вам, тем больше людей регистрируется и покупает автоворонку. Опять, чем больше заработали, опять вложили. И вот этот процесс, который постоянно крутится, и есть автоворонка. И есть то, что вы делаете на автомате постоянно, и этот процесс непрекращаемый. Что дальше? Если вы хотите еще подумать, хочу сказать, что тренды растут, меняются очень быстро. Если 2-3 месяца назад что-то было актуально, сейчас нет. Вы также можете дальше наблюдать за нами, как мы делаем команду, структуру. Через год, полгода вы можете мне написать и сказать, ой, прости, что я не послушалась тебя, я жалею, когда другие будут строить команду и делать деньги, ты этот момент опустил. Если ты хочешь сказать, что у тебя сейчас нет денег, ну, мне очень тебя жаль. Если у тебя сейчас на сегодняшний день нет, то и завтра этих денег и не будет. Мы тебе предлагаем очень готовую схему, по которому наши ученики зарабатывают в день. И 50% скидка действует только первые 24 часа. Только шустрики, все, кто поймут и внедрят эту схему, смогут на этом заработать.